В новом сквере на улице Астраханской появилась живая изгородь из туи Брабант. 360 кустов изумрудным забором отгородили сквер от проезжей части и выхлопных газов, проезжающих мимо автомобилей. Именно этот сорт туи вынослив и хорошо справляется с пылью и загазованностью. Сразу стало уютнее. Перемены в сквере жители окрестных домов воспринимают с энтузиазмом и нескрываемой радостью. Еще бы, одним зеленым уголком на курорте стало больше. Конечно, было неуютно. Сейчас все-таки тут... Хорошо. Дорожки, цветники, скамеечки. Отлично. Мы очень благодарны, наконец-таки, нашей мэрии, что уделила внимание нашему этому островку, этому южному рынку, который был такой неухоженный. И мы рады есть где ходить с нашими внуками. У меня 3 внучки, теперь мне есть где прогуляться. Вот желательно побольше цветов, елочек, чтобы вот эта вся зеленая часть была красиво озеленена, потому что у нас тут такое движение, такой перекресток, и у нас нет ни одного сквера, где можно играть. Сквер станет любимым местом прогулок для жителей микрорайона Южный. Рядом с уже растущими платанами появился молодняк, который догонит взрослые деревья уже года через 4. По периметру сквера появились липы. Специалисты зеленстроя обещают высадить в сквере еще более 40 деревьев и кустарников, хвойники, низкорослый можжевельник, нежно цветущую ленкоранскую акацию и шаровидной формы катальпы.